Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы сегодня вместе с Лехой будем соревноваться по угадыванию вкуса чипсов. Сейчас я нахожусь в Магните, сейчас у нас цель понакупить разные пачки. И, собственно говоря, вот я сколько уже набрал. Я так обалдел, потому что в корзину аж не помещается. Три Принглса, Принглсы и Лейсы у нас будут. Принглс, сметана и лук, краб, и там еще где-то оригинальные лежат. Других не было, потому что у нас в России они заканчиваются. В России сейчас много чего запрещают, вот и Принглсы у нас пропадают. Только три этих варианта осталось. Лейс и стакс брать не буду, а то я просто разорюсь. По Лейсу есть сыр, соль, паприка, рифленая именно, обычной нету. Лосось, сметана, зелень, краб, лобстер, бекон там где-то еще на дне. Я даже не представляю, сколько это все будет стоить. И это не первый магазин, в который я пойду. Сейчас я еще немного по магазинам пройдусь. Посмотрим, что там есть. Сейчас возвращаюсь домой. Зашел в один пивной магазин. Там купил еще три Принглса. Паприка обычная, четыре Принглса. Паприка обычная, паприка с дымком, зеленый лук и еще какой-то там зеленый лук. С более светлая упаковка зеленая. И Лейс ребрышки грилища взял. Зашел также в Ленту, но тех вкусов, которых у меня нет, там не нашлось. Ну ладно, в общем, я думаю, этого нам хватит. Всего обошлось это в 2500 рублей. Сейчас я иду домой, и мы будем начинать. Дорогие друзья, я собрал, короче, все вкусы, которые сумел найти. Принглсы нашел только такие, других просто не нашел, потому что, ну, в России они уходят из продажи. Как мне продавец пивного магазина сказал, они не то чтобы их там в России не будут продавать. Дело в том, что закупка их в магазин стала безумно дорогой. Ну, то есть ввоз самих чипсов в магазин стал таким дорогим, что магазинам просто невыгодно их завозить. Только такие чипсы я нашел. Они заканчиваются. И, возможно, с моей помощью магазин разорится этими Принглсами. Какие у нас тут есть? Обычные, зеленый лук, сметана и лук. А это у нас какой вкус? Сметана и зелени. Короче, три очень похожих вкуса. Есть паприка с дымком и краб. Только вот эти 7 вкусов. Ну и целых 10 пачек Лейса. Есть обычные с солью, просто с солью. Есть лобстер, рифленые, ребрышки, гриль, бекон, сыр, паприка, краб, лосось, сметана, зелень и зеленый лук. Я еще Лехе не рассказывал, что я набрал столько чипсов, и будет посмотреть на его реакцию, когда он сюда придет. Сейчас я позвоню Лехе, он примчится сюда со скоростью пешехода, и мы наконец-то узнаем, кто из нас лучше знает вкусы чипсов. Алло, Лёха, заходи ко мне, короче, через час где-то. И камеру возьми с собой свою обязательно. У меня есть одно дельце, которое тебе очень понравится. Жду. А вот и Лёха наш пришел. Здравствуйте. Привет. Распишитесь, пожалуйста, за повестку. Хорошая шутка. В общем, это не повестка. Короче, заходи ко мне в комнату, ты ща ху... В смысле, ты что, лок снимаешь, что ли? Да. Ничего себе. Обычно я так вас встречаю с камерой, а сейчас... Замечательная прическа, кстати, блин. А? Замечательная прическа, говорю. Не говори, ну что там? Что там такое? Что, страшно заходить? Смотри сюда. На диван. Пока не видел.
Ничего себе! Это что, запас на... Мы будем снимать... Мы будем снимать челленджи «Угадай вкус». «Угадай вкус»? Да. Ничего себе. Да. А кто проиграет, тот будет пить коктейль. О, нет! И я даже знаю, с чего его сделать. Ё-моё, походу мне конец. Это будет обычная вода, а мы в ней перемешаем все чипсы. Все чипсы. Так, ну это, наверное, не так жестко. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем тот, что вы с Витьком сделали в прошлый раз. По крайней мере, даже если ты проиграешь, то не так страшно. Да, я в прошлый раз все-таки с духом, но... Выпил. 2, 3, 4, 5. 6 и 5. И сейчас решим, кто же пьет из них коктейль. Это правильно. Правильно. Есть! Да. Ты у меня дома не хватал? Я выручился. Welcome to Uganda. Короче, я много чипсов ел. Есть, среди них есть вкусы, которые я могу не узнать. Некоторые я один раз, вот эти вот один раз я ел, вот эти я один раз я ел. И с солью тоже, по-моему, только один раз ел. Вот этот вкус вообще не пробовал, этот тоже не пробовал. А вот эти два очень сильно похожи, я даже не знаю, чем их различить. Ну, в общем, сегодня мы узнаем, кто лучше разбирается в чипсах. Да. А я пробовал только это, я пробовал это, вот это, вот это, по-моему, вот это и вот это не помню, наверное, тоже, да. Да, я еще лосось не пробовал этот, да. Ну, такие я не ел. Да. Короче, это все, что я нашел в магазинах. Больше не было. В нескольких магазинах? Я был в пивном каком-то магазине. Еще был в Ленте, в Магните. Всего мне это обошлось 2500 рублей. Ну что, начинаем? Ну, поехали. Итак, короче, мы начинаем. Первый раунд у нас будут чипсы Pringles. Для начала нам надо каждую пачку открыть, чем мы с вами займемся. Сейчас. Напомню, вот эти, вот этот и вот этот я не пробовал вкусы. Вот я вам покажу на камеру, чтобы вы видели. Они полные. Прям как новый телефон распакованный, что ли? Ой, запах острый какой. Вот это самая вкусняшка. Да. Да, и пахнет хорошо. Вот это остро прям пахнет. Да. Ну, мы будем проверять не на запах, мы будем проверять на вкус. Луком. Так, ну это да, светом. И, короче, чтобы они не загораживали нам, чтобы эти банки нас не загораживали, мы положим их вот так. Ты как-то неровно открываешь. Ну, с этой банкой так получилось, что-то случайно, и с этой тоже. Сколько у нас теперь? Слушай, ну вот это нормально открылось. Ну, чувствуется вкус сметаны и лука. Максимадзе скупил все оставшиеся в России Принглсы. Да, потому что они, как я уже в этом ролике сказал, из России попадают. Смотри-ка. Че это? Видишь вот эту наклейку? Че это? Знаешь, что это обозначает? Че? Что это импорт, это импорт, ну, в смысле, не для России сделано, то есть таких уже, считай, почти нету. Это привезено из другой страны. Видишь, ни одного даже русского слова. Даже русского слова нету, да. Да. Я только сейчас обратил внимание. Интересно, откуда? Из Польши. Ого. Принглс из Польши. А этот? А этот? Там здесь этот есть русские слова. Этот русский, по-моему, единственный Принглс из Польши. Этот русский. Okay. А этот украинец. Поляк, ё-моё. Ну, короче, чипсы мы разложили. У нас еще вот так есть вот такой вот наш оранжевый друган, который мы будем надевать на голову, чтобы не видеть чипсы вот эти сами. Кроме того, у нас есть два бал царства.
с обратной стороны которых мы будем записывать счета, угадал или не угадал. И, короче, Че, испугался, что ли? Что-то ты не подавал признаков того, что ты жуешь жвачку. Да, ну целый день жуешь. Удивительно, короче, да. Короче, каждый из нас должен все вкусы попробовать. Да. Ну и, короче, давайте-ка начнем. Давайте-ка начнем. Сейчас сделаем вот так, чтобы микрофон был. И потом вдруг плохой звук будет. Ну что, так. Ну что, погнали. Кто первый у нас будет, будет... решать свои... Камень, ножницы, бумага. Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. До трех. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Один, один. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Два, один. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Кто первый? Я. Или ты? Я первый. А, ты первый. Ну все? Так. Мне тут, да, сидеть или что? Нет, я буду сидеть так же. А я вот здесь. Да, и ты... Я, короче, надеваю шапку, чтобы я нифига не видел. Ну ты рот-то хоть освободи. Ты как есть тобой. А, точно, я про это... Я про это даже не подумал. Итак, значит, у нас есть вкус крабовый. Это у нас паприка с миндалем, потом... Я уже называл вкус. Это, ну, мне это хоть напомнить надо. А, да. Сметана, да, с луком. Потом лук. Здесь оригинальный. Лук. Так, а этот что за вкус? Еще один лук? Или как это правильно? Сметана и зелень, по-моему. А, сметана и зелень. Наверное, похоже будет. Потом полностью. Лук. Краб, и это у нас получается сырный, да? А, паприка, господи. Да, сырных не оказалось, к сожалению, в магазине. Так, ну что, получается один балл за один угаданный. Да. Соответственно, мы делаем их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да, упаковок. Да. То есть семь табличек, где ноль баллов, а где один. Ну что, готов? Да. Поехали. Так. Первый пойдет вот этот. Наверное, можно снимать шапку. А, снимать? Ну да, потому что чипсы-то я уже проглотил. Короче, я рискну предположить, это зеленый лук. То есть вот это? Да. Так. Ну и чё? Ты не угадал. Нет, серьезно? Я думал, я мастер по чипсам. Кстати, важный аспект. Давай не будем снимать, потому что... А, вот это было, что ли? Да. Ну, блин. А я не обратил что-то внимания даже. А, оно просто выпало. Это, давай так, шапку не снимать, потому что ты будешь знать, какие ты попробовал. И, соответственно, тебе будет легче угадать. Давай тогда не будем снимать шапку. Да, хорошо. Одевай обратно. Ну, следующий ты же будешь угадывать, или я должен все кусать? Да, шапку. Да, ну давай лучше так. Так будет поинтереснее. Так, что, следующее? Ну да. Ну давай. Немного такой пикантный вкус, напоминает запах с той пачки. Это, наверное, паприка с этим, с миндалем или какая там. Твой голос зачтем, идем дальше. Так, давай вот эту. Сейчас достать. По-моему, ты мне то же самое сейчас засунул. Почему? По-моему, вкус такой же. Да. Ну, я, короче, назову ответ. Это снова это паприка с миндалем.
Ну ладно, так уж и быть, допустим, ты оказался. Хотя, может быть, мне. Хотя, может, у меня запах просто во рту остался. Пау, нет, возможно. Итак, идет следующее. У меня, по-моему, вообще вкуса нет. Это, наверное, оригинал. Интересно, почему ты сделал такой вывод, но... Мой ответ оригинал. Интересно, ладно. Идем дальше. Рискну предположить. Это паприка обычная. Почему рискнешь? Ну, потому не что, уверен? По-моему, вкус похож на нее. Но это точно не с миндалем паприка. Это точно не похоже на нее. Ладно, открывай. Ну, это, наверное, сметана и зелень. Сметана и зелень? Но вот она, те зелененькие, которые зеленый лук, там, лук и сметана, вот, на них как-то не сильно похоже, но вот вкус зелени ощущается, наверное, сметана и зелень. Или голубенькая, которая вот так. Хорошо, двигаемся дальше. Так, допустим, я хочу... Нет. Для чесноты я, кстати, глаза мне закрыты. Нет, возьму вот эту. Это я точно знаю, это краб. Ну, это даже можно не сомневаться. Один из самых популярных вкусов чипсов, между прочим. И вкусно. Что, идем дальше? Да. Ну, давай, открывай рот. Так, это сметана и лук, да? Которые темно-зеленые. Темно-зеленые. Ну, зеленые, но не те светленькие, прям салатовые, а именно зеленые такие, более темные. Ну все, чипсы кончились. Отлично, можно снимать шапку, да? Да. Ну и что у нас по результатам? У тебя 5 из 7. А, два вкуса не угадал. Первый и последний. Да. Потому что это был сейчас вот этот, а не этот. А, блин, ты же мне в прошлый раз отсюда доставал. Я перепутал опять. Е-мое. Ну, вот эти два вкуса, кстати, очень сильно похожи друг на друга. Вот это меня и пугает. Так давайте я их запихаю назад, чтобы как бы следов не оставить. Что оно видеть не будет. Ну да. Но все равно красиво пойдет. Сюда. Так, главное, паприка с миндалем. Это получается сметана лук, это сметана зелень. Да. Это оригинал. Обычный. Просто лук. Зеленый лук. Граф и паприка. Ну, а сейчас я проиграю. Да, сейчас проверим. Так, ну давай. Так, я их еще перемешаю. Не очень тщательно, но перемешаю. Чуть-чуть высыпались. Ну да ладно. Ну, я думаю, ладно. Ты мою руку будешь давать или в рот? Я думаю, что я в рот тебе буду давать. Ну давай. А то вдруг ты почувствуешь там запах. Да не туда. А. Блин. Что это за вкус? Мне кажется, что это сметана и зелень. Хорошо, ответ принят. Интересно даже. Так, следующий вкус. А, дыши. А ты выбираешь еще? Вот этот.
Оригинал. Хорошо. Ответ принят. Почти. Ответ принят, хорошо. Ждем, когда он проглотит. И переходим к следующему вкусу. Готов. Открывать рот? А, ты еще не выбрал. Открывай. Ого! Это что такое? Даже не знаю. Очень похоже чем-то почему-то на шашлык. У нас нет такого вкуса. Ну. И даже я не помню, чтобы были вообще принялось сказать с таким вкусом. Ну пусть это будет вот этот миндаль, как он там, паприка миндаль. Ну ты понял, новый который. Хорошо. Ответ принят. Необычное. Теперь пусть будут вот эти. Блин, это мне нравится такой конкурс. Ну что ж, наверное, значит, и на канал на свой тоже выложишь. Главное, не прилетай. Открывай рот. А. Ну, почему не проверять? Если ты про... Почему мы должны от ваших твоих коктейлей только страдать? Может, и тебе тоже стоит? Ого! Слушай, такой-нибудь... Как будто уксус с луком. Пусть это будет, который просто лук зеленый. Хорошо, принимаем. Интересно. Сколько там я уже попробовал? 4? Да, 4. Еще осталось 3. Ну, вот этот мне больше всех не понравился. Так, хорошо. Прям не очень. Блин, я забыл, какие я тебе давал. Так, надо вспомнить. Ну, ты не забывай, пожалуйста. Так, я только что давал вот этот. Перед этим, по-моему, был вот этот. Да, этот. Перед этим этот. И... так, по-моему, вот этот. Нет. Ты давай там призвесь. Этот, по-моему. Тот, да, точно тот. Все, теперь определился. Теперь вот этот вкус. Открываем это. Ё-моё. Капец. С закрытыми глазами так вкус как-то ощущается. Прям интересно. Но это точно камень сметана и зелень. Сметана и зелень, да? Я же говорил до того сметана и лук, по-моему. А сейчас пусть будет сметана зелень. Хорошо. Есть же такой, да? Да. Это голубая пачка. Сметана зелень. Так, еще 2 вкуса у нас осталось. 2 вкуса. Ну, один крабовый, наверное. Открывай ротик. Открывай свой ротик. Прямо тебе в ротик запихи. Краб! Это принят. А какой последний? Это что, я помню еще. Так, давай проглатывай и последний. Какой аромат. Давай уже. Странно. Это же оригинальный. Это твой ответ? Подожди. Нет. Ну, если так считать, вроде не было только паприки, я паприку не называл. Но она что-то не похожа на паприку. Можно еще одну? Еще одну такую же? Да. Не, прям что-то не распробовал после прям. Открывай. Ой, слюни. О, запах идет. Оригинальный. Ну вообще, паприка должна быть. Ну что-то это не похоже на паприку. Обладаешь. Открывай, снимай шапку, все. О, как светло. Из 7 у тебя только 3 правильных ответа. Что? Че, правда что ли? Да.
Это была сметана и лук. Сейчас? Да. Да ну нафиг. Вот это... эту паприку ты сказал, что это сметана и зелень. Да. Вот этот, я не помню, что ты сказал. По-моему, зеленый лук ты сказал. Да. А паприку с миндалем ты, по-моему, вот это назвал. Ну, крабовый и оригинальный, вот ты угадал. И вот это еще ты угадал. Нет, я шашлыком назвал. Разве не это? Это не шашлык, это... Ну, чем-то похоже было. Ты хочешь сказать, что я вот это перепутал с этим? Да. Да, перепутал, да. Ну, короче, это еще пока не финальный счет, эти очки переходят в следующий раунд тоже вместе с Лейсами. Да. Ну, а сейчас мы принесем Лейсы. Так что смотрите и не переключайтесь. Итак, галочка пока по счету показывает, что я лидирую, но, впрочем, сейчас может все измениться. У Лейсов целых 10, мать их, вкусов! Да, жесть. Так, сейчас надо их открыть. И поменять местами. Да. Но менять местами ты будешь, когда я закрою глаза. Я клетка в рот, короче. Сейчас, нормальничек все. Да. А, упало, еще раз давай. Пальцы не откусили. Это, наверное, это просто с солью. Потому что вкуса я никакого не чувствую, если честно. Говорю свое мнение такое. Вот есть их можно, а вот советовать друзьям, я думаю, нет. Давай. Нет уже какого-то особого вкуса. Давай. А? Я, кстати, даже не понял, рифленые они или нет. Что ты не понял? Я что-то не понял, они рифленые вообще или нет. По-моему, обычные все-таки. А, это краб, по-моему. Пусть будет краб. Идем дальше. Да. По-моему, это ребрышки гриль. Ребрышки гриль. А где у нас такие? Вот эти черные, которые. А что ты показываешь, как будто видишь, где они? Ну, я не знаю, просто где-то там. А. Просто когда ты их не перемешал, они где-то там были, по-моему. Хорошо. Но вкус не самый лучший, как по мне, не ой, так себе. Офигеть, каких тут размеров чипсов. В рот не влез. Этот вкус какой-то странный, я даже что-то не пойму, что это за вкус. Так, подожди, дай подумать. Вот этот вкус я реально что-то не помню. Слушай, Лёв, пожалуйста, назови, какие там вкусы есть. Может, я забыл? Ну, думай, лобстер, сметана, зелень, краб, бекон, сыр, ребрышки, лейс, ой, рифленые, паприка, лосось и с солью. То ли соль опять, то ли ребрышки, гриль, что-то я не уверен. Не знаю. Ну, а, короче, пусть будет черная пачка ребрышки гриль еще раз, может, я ту перепутал. Да, я какой-то странный вкус, я что-то не узнаю его. Так, сейчас подумаю, что же взять, да? Ну пусть будет вот это. По-моему, это... Давай предположим, что это зеленый лук. Да. Хорошо. Идем дальше. Ты вообще вкуса не почувствовал. Еще дать? Ну они какие-то странные, эти лысые, честно. Да.
Сметана и зелень? Наверное. Так, идем. Так. Вот хитрожопа. Чипсинку из Принглса достал. Подожди, это Принглс, что ли? Какой Принглс? По-моему, это по-моему, Принглс с этим опять, этим, паприкой с миндалем. Или нет? Или ты только Лейс достаешь? Ну да, а где Принглс? Он что-то стоит? По ощущению, как будто это был Принглс. Принглс-то стоит там. О, ладно, хорошо. Так, что-то этот вкус я тоже понять не могу. А, какой вкус-то? Давай предположим, что это, ну блин, какой-то вкус тоже странный, я что-то реально его не узнаю. Но это точно не сыр. Ладно, вернемся к нему. Давай, короче, пусть будет лосось. Лосось, ну ладно. Давай, открывай. А можно еще одну? Еще. Пожалуйста. Что-то с Лейсом мне тяжелее стало. Интересно, как у Лёхи будет. Ну, не знаю. А, я думаю, что это паприка. Паприка? Да. Я думаю, что это паприка. Окей, идем дальше. Что, еще там вкусы есть? Что, еще палку? Хрени. Лобстер. Так. Одни из самых популярных рифленых чипсов. Еще два вкуса. Есть еще, кстати, Лейс из печи. Я попробовал, мне вообще не понравилось. Я их не стал брать в магазине. Давай. А, этот вкус я точно знаю, это бекон. Не всем нравится, но, как по мне, вкус довольно-таки такой ядрёный. Мрачно-оранжевый цвет, но, тем не менее, довольно вкусно. Хотя, не всем, я думаю, понравится. Я не люблю бекон. Ну, кстати, бекон настоящий и чипсы, мне кажется, не похожи друг на друга по вкусу. Так, а какие я тебе не давал? Ну, блин, вот я тем же самым вопросом с Принглсами задавался. Еще один остался? Один? Ну, какой? Так, этот давал. Давай попробуем. Не знаю. Давал. Вот две упаковки лежат, я не знаю, какой я из них давал, какой не давал. Ну, давай, вот этот вам давал. Я, кажется, догадываюсь, какой ты не дал. Сыр. Это один из моих любимых вкусов. Сыр? Да, вот этот ты мне не давал. Да. Точно. Его ты не давал. А вот этот попробуй еще. Да. Просто. Снимать, ну подожди, я еще поэкспериментирую над тобой. Мне просто интересно. Сейчас. За эти два экспериментальных вкуса в конце я решил очки не прибавлять, так как в этом уже не было смысла. Скоро поймете почему. Я думаю. А это? Можешь снимать. Ну, так, у тебя... Сколько правильных ответов? 7 из 10. А, неплохой результат. Вот, ты... вот вопрос Лёха, у Лёхи как будет? Ты перепутал вот эти два. А, ну они тоже похожи, мне кажется. Да, и вот этот я тебе дал. Ты сказал, что это ребрышки. Потом я тебе дал ребрышки, и ты сказал, что это ребрышки. Понял? Ну, то есть, считай вот этот еще не угадал. Понятно, ладно. Ну что, я?
А, и да, я тебе Принглс подсунул с паприкой, ты угадал. Молодец, молодец. Ну, я определил, во-первых, и по вкусу похожие, и по форме. И по форме, да, по ощущениям. Ну что, поехали? Да, поехали. Надевай шапку. Ой, блин, и... походу я буду как терпеть. Подожди, у меня, чтобы мне выиграть, мне надо все вкусы угадать, да? Так, посмотрим, сколько... Так, надо посчитать, сколько у меня очков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 из 17. У тебя три очка, тебе надо... Да, мне надо все вкусы. Как минимум, да, это будет... Хрен, мне кажется, у тебя получится. Но, да, но тем не менее, давай попробуем. Да, надеюсь, получится. Я их хоть завлёкнул все. Ни испытание не простое. Подожди, я еще раз на них посмотрю. Да, конечно, запомни вкусы какие там, что. Хорошо. Я перемешивать, наверное, не буду. Мне кажется, в этом особо смысла нет. Ну, я могу услышать, но, ну ладно. Итак, начинаем. Ой, блин. Так, вот эту возьмем. И зажмем ее. Вот так вот я ее зажму, чтобы понять, что я ее уже брал. Открывай рот. А, по зубам. Не больно? Ну и что это за вкус? Паприка. Хорошо, нет. Ответ? Да, паприка. Ответ принят, хорошо. Ну. Принглс вкуснее. Конечно же, я не буду называть ответ, правильный это или нет пока. Но Принглс вкуснее, мне кажется. Теперь давай попробуем вот эти. Не, вот эти. И прижимаем их и суем Лёхе в рот. Надеюсь, он угадает. Так, ну это что-то из рода лука. Там, напомни мне, лук сметана и просто лук или как? Зеленый лук и сметана из зелени. Только два варианта. Зеленый лук. Угу. Так, что у нас там дальше пойдет? Вкусный челлендж. Открывай рот. Вот. Соль. Почти, это считай, принял соличину, только дала из соли. Ну, короче, так же без вкуса. Так, что у нас дальше? Интересно, как вот сможешь ты этот вкус определить? А ну, открывай рот. Да ко мне повернись. А. Ой. Ну такой странный. Никогда такого не ел. Не знаю, что на сыр похож. Пусть будет сыр. Блин, подожди. Очень странный вкус. Я уже засчитал. Ответ, вот. Короче. Так, дальше бы что? Ах, да, его надо замять. Теперь перейдем... Давайте вот этот. Так, жмнем. И суем Лёхе в рот. Какой вкусный. Правда? На рыбку, походу. А значит, это лосось. Пух-пух. Хорошо, ответ рассчитан. Че, вот так надо сделать, пока. Да. Итак. Ну, кстати, если он тоже 12 очков наберет, то тогда на камень, ножницы, бумага снова. Но мне надо все 10 угадать, да, чтобы выиграть. Да, чтобы выиграть. Ну или хотя бы набери 12, чтобы у нас было поровну. Ну, это уж как получится. Да. Так, эти вкусы я замял, значит, они были. Попробуем
А давайте этот. Заминаем. Заминаем. Я мну те, которые уже были. Можно еще одну. Разминай. Хорошо. Так, я тебе более желтую дам. Вот эту. Ну, пусть будет лобстер, я не знаю. Это рифленое. Просто рыбка это была, да? Паприка и лобса. Больше ж нету рифленых. Окей. Следующий вкус. Хотя мне он не нравится. Вот этот вкус, который ты мне сейчас давал, мне не нравится. Mm-hmm. Открывай. Краб. Так, сколько вкусов у нас осталось? Раз, два, три. Три вкуса у нас осталось. Ну да, и табличка тоже самое нас показывает. Вот этот вкус, я думаю, ты должен прочувствовать. Открываю. Ребрышки. Прямо дымком таким дают. Ребрышки, говоришь? Ну там же были такие. Да. А теперь у нас осталось еще два вкуса. И два финальных вкуса. Открываю рот. Лук со сметаной. Сметана и зелень? Да. Окей. И последний вкус, который у нас остался, вот этот. Интересно, какой, я даже не знаю, не помню. Так, нет, слишком это слишком большая, в рот она ему не влезет. Это тоже не влезет ему в рот. Блин, да что они огромные такие, ему в рот не влезут. А вот это влезет. Давай. Финальная чипсинка у нас на сегодня. И угадает он или нет? Фу, какая гадость. Какая гадость, фу. Что невкусно? Че, какой соус? У нас подожди, еще перечисти, мне нужна помощь зала. Помощь зала тебе нужна. Какие есть? Соль, лосось, паприка, ребрышки, гриль, краб, бекон, сыр. Зеленый лук, сметана зелень, лобстер. Можно еще? Еще одну чипсик? Да, это еще. Нет, это и не лезет. Кстати, я, по-моему, бекон не говорил. Давай. Открывай. Зачем я карандаш выбросил? Знаешь что? Мне кажется, я перепутал бекон и ребрышки. А вот это ребрышки. Вот это ребрышки. Ребрышки? Да. А в прошлый раз, когда я играл ребрышки, это, наверное, был бекон. Можно снимать? Да. Ты был прав. Ты был абсолютно прав. Ты бекон перепутал действительно с этим. Короче, поровну получилось у нас. А суефа, ё-моё! Да, и вот сейчас мы будем решать, кто же из нас будет пить коктейль. Я уже пил коктейль, мне кажется, пришла очередь. Нет, спасибо. Да, как вы уже заметили, у меня не 12 очков, как мы думали на видео, а 14. Причина была в том, что Леха забыл мне засчитать 2 очка. Первое это за второй подряд вкус Принглс со вкусом паприки и миндаля. А второй раз, когда он забыл, это во время вкуса Лейса с сыром. Он почему-то там не засчитал мне очко. Но, кстати, на удивление, там, где... В том моменте, где он подсунул мне чипсинку Принглс, когда мы ели Лейс,
Там он, тем не менее, мне очко все-таки засчитал, как ни странно. А вот почему-то с сыром, который дальше пошел, он почему-то меня не засчитал. Ну и в результате чего мы думали, что у нас поровну, и решили, что чтобы вывести победителя, надо сыграть в камень-ножницы-бумага. Тогда мы не просматривали получившиеся записи и думали, что никто из нас нигде не ошибся. Кто 5 наберет, тот и будет. Хорошо. Тот не будет пить хапты. А, хорошо. Сулефа. Сулефа. Твою мать. Сулефа. Блин. Сулефа. Нет! Сулефа. Подожди, подожди. Нет! Еще один шанс. Я уже близок к финалу. Сулефа. По-моему, у тебя, по-моему, у меня 4, а у тебя 2 или 1? 1. А. Или 2? 2, по-моему. Но у меня точно 4. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так, у тебя уже 3. Да. Сулифа. Да, блин. О, дед, решающий, это самое страшное. Да, вот теперь решающее. Суева! Да! Как так-то? Только что я был на грани победы. Как это могло сейчас быть? Как вы поняли, из-за этой ошибки победу присудили Лёхе. И я в качестве наказания пил этот коктейль, который, по сути, пить не должен был. Потому что, по сути, победа должна была присуждаться мне. У меня очков-то получилось все-таки больше, чем у Лехи. И поэтому, раз уж такая ошибка вышла, я хочу принять следующее решение. Мы собираемся снять, не знаю когда, но мы думаем снять точно такой же челлендж, но уже с сухариками. Ну там, с кириешками, хрустим всякие. И вот перед этим челленджем, вне зависимости от того, насколько скоро или не скоро мы будем его снимать, никакого срока давности не будет. На этом челлендже для Лёхи будет досрочное наказание. Я не обещаю, что это будет этот же коктейль, но что-нибудь точно будет. Перед челленджем с сухариками мы сделаем для него наказание. Ну и если он проиграет в челлендже с сухариками после этого, то он, естественно, и второе наказание тоже получит. Так, короче говоря, будет справедливо. Ну а сейчас смотрите то, как я пил этот коктейль. Итак, приступаем к изготовлению коктейля. Нам для этого нужна сначала обычная вода из-под крана. Тут я уже как блогер, что хочу, то хочу. Всем привет. Нет, это надо побольше. Да, сам себе делаю коктейль. Давай еще ингредиент добавим. Какой? Соли. Чуть-чуть. А почему бы нет, давай? Чтобы были. Чтобы был вкус пиццы. Ой, пиццы. Пиццы. Ну не пицца, а. Так, мне нужна ложечка. Чипсов они. Где ложечка? А это сахар. Это сахар. А соль? Какой ты из этих? Вот она соль. Это не. Посоль. Соль. Да. Ладно, давай добавим ее. Тащи ее и вот это чуть-чуть добавим для вкуса. Яблочный сок. Да. Ну да, это не рыба, конечно. Это, вот с рыбой вы зря, у меня аллергия вообще-то на рыбу. И на яйца. Засыпай. Давай на стакан. Ладно. Аккуратненько. Да все, хорош. Все. Ты что-то переборщил, они там аж поплыли. Ладно. Как рыбки.
как Рилли. Зачем я ложку вообще взял? Ну, перемешать же надо все будет. Ну и вот этого чуть-чуть добавим для вкуса. Ну куда ты? Прижал-то. Лей. Это немного краски прибавит ему. Красок. Цвета, так сказать. Добавим для вкуса. Ну, может, еще чуть-чуть? А, окей. Чуть-чуть. Все. Аромат какой от этого сока. Ох, жесть, как хорошо, что я выиграл. Да, перемешиваем все. Все. Гадость какая, фу, зачем я это приготовил, ну ладно. Ой-ой-ой, подожди, я лучше еще на телефон буду снимать. И поехали. Готов? Да. Раз. Два. Три. Пей, и все. Давай-давай-давай, главное голову вверх поднимай. Что? Тьфу. Что? Тьфу, гадость. Тьфу. Вкус как у того, что выходит наружу, а не внутрь входит. Фу. Ладно, короче, такой вот получился челлендж. Я не думал, что коктейль будет настолько отвратительный. Ну, раз уж я это придумал, мне и делать. Ну ладно. Лёха, тебе это, я надеюсь, понравилось? Да, вкусные чипсы были. Бля. А я думал, ты плевать собрался. Помни вкус коктейля. И того вместе. Фу, все, теперь чувство это, а теперь это отвратительное чувство полугасло. Все. Надеюсь, вам это понравилось. Мне не очень это под конец понравилось. На сегодня все. С вас лайкос, подписывайся, а с нас с Лехой печные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, на что хочу, то врачу. Подписывайтесь, надеюсь, там это видео выйдет тоже. И всем пока-пока.